Лучше всего о профессии сотрудников МЧС могут рассказать только они сами. Побеседовать сегодня со спасателями и задать все интересующие вопросы могли ребята 8-й школы и гимназии. На уроке профориентации побывала и наша съемочная группа. Сергей Лучицкий спасает людей и их дома, помогает в самых экстренных ситуациях лоботнанцам. Он выпускник 8-й школы. Сейчас рассказывает ребятам о том, как поступить на службу МЧС. Для этого нужно сдать ЕГЭ по физике и математике, а в ВУЗе русский язык и физическую подготовку. При окончании 11 класса они приходят к нам, мы им даем направление, они проходят спецпроверки, проходят медицинскую комиссию. Если они здесь проходят медкомиссию спецпроверки, им выдается направление на поступление. Ну, в последнее время это чаще всего Екатеринбург, направление от Янао. Пока мужчины служат в рядах МЧС, в армию их не призывают. А у женщин, даже если они находятся в отпуске по уходу за ребенком, идет стаж. Причем получить эту профессию можно бесплатно. Можно жить там бесплатно, в институте на базе общежития, питаться бесплатно, одеваться, естественно, бесплатно. И в период прохождения обучения детям объяснили, что считается уже как рабочий стаж идет. Ну, ты, а точнее сказать, это уже поступаешь на службу, то есть у тебя идет как служебный стаж уже, то есть время института, в институте пошел год за год. Если они сюда возвращаются, к нам, так сказать, в родные края на север, здесь у нас в данном случае в Лабытнангах, у нас год за два прохождение службы идет. Такие преимущества в обучении привлекают ребят, которые до этого момента не задумывались, чтобы выбрать эту специальность. Год за два звучит перспективно, если приехать от работы 27, ты уже, ну, 27-28 лет, ты уже пенсионер. Вполне неплохо. Нужно быть отважным человеком, чтобы идти в самое пекло, спасать людей. Но я считаю, это достойная профессия. У 11-классников осталось совсем немного времени, чтобы определиться с профессией, которая станет делом их жизни и будет приносить им как удовлетворение, так и доход. Альмира Новоселова, Николай Снегир, программа «Время местное».